И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас Балди, Димончик, поздравайся. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами». В школе Балди, если пьете, кушайте, приятного аппетита. По школе бегать, я хочу... Диман, они за тобой, а нет, один за мной побежал. Опа, кто-то дверь закрыл. А, они двери ломать умеют, вот засрали. А я слышал, они сожрали ее, звук такой. Бенди, открой уже. Я слышу, как пацаны дверями клоцают, побежали. Так, пацаны! Блин! Диман, ты где? Я иду к тебе. Я тут мимо аниматроников. Давай в столовую встретим. Пацаны, давайте все в столовой будем кушать. Ага. Ого, тут торт лежит вкусный. Ай-яй-яй. О, на столе не достают. Смотри. А, хорошо. Так, о, я сейчас, короче, Фредди батоном по голове. Смотри, Димон, я Фредди кормлю. На, батонушку. Не выйдешь? Я приду. Блин, а... Подписчик кинул под Фредди, короче, какую-то штуку, и он на стол залез. Так нельзя делать! Так нечестно! Будем знать, что ли его? Да, он как бы его подкинул предметом, и он ко мне на стол залез. Я буду, Димон, так подписывать тебя теперь тоже. А кто поставил Фокси? Они не бегают, Димон. Они, ну так, для красоты. Ну чисто буксуют, чисто поржать, понял? Опа, бегут, бегут. Они как... Это препятствие в коридоре, Димон, ты поставил. Я думал то, что сквозь двери убивают. Ого! Так, пацаны, вижу. Так. Блин, хардкорно, кстати, в школе вот это выживать. Да, потому что коридоры еще и двери ломают. Ой-ой-ой-ой-ой. Шоколадка. Так, давайте сюда, быренько. Так, банан. Кому банан? На банан, Фредди. Да, они подлетают. Так, Патрик бежит. Ой, я на улицу пошел, на улице как просторнее. Димон, они, короче, об столы бьются и умирают, об угол стола. Острый слишком. Наверно. На! Патрика убила. Ну эти пацаны, я сейчас на горке буду, вы меня не достанете. Так, пацаны, я бегу к вам. Я знаю, где вы. Ух ты, блин! Два, Димон, еще, знаешь, кого поставь? Фиолетовых чилипиздриков. Сейчас поставим. Будет, мне кажется, хардкорнее. Подписчикам понравится. Они такие, ребята, не застреющие, везде проходящие. Ого, сколько зашло. Диман, 8 из 8. Все, следующую серию 16 слотов записываем. Да, можно. Наверное, да, будет, мне уже кажется, человек 12-15 соберется. Желательно на оптимизированной карте. Да, кстати, это вообще не лагает карта. Сейчас аниматроников понаставлю, будет лагать. Не будет. Вот, ладно, все, хватит, столько... Я думаю, да, Диманчик, хватит. Так, теперь на счет 3 спрыгиваем и выживаем. Давайте? Давай. Раз, два, три. Поехали. Ребята, если вы хотите с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Да. У нас уже скоро 7000 человек будет, так что заходите. Ого, они бегают. Так, я даже запереживал, Диман, за тебя. Нам нужно 16 человек будет на следующую запись. Да. Поэтому у вас есть шансы попасть. Еще там, Димон, давай, ты как стрекозел прыгаешь, у тебя получается. А ты чё не там сидишь? Мне нравится, как ты выбираешь. Мне нравится. Давай, выживай. Ну что ты? Нет. Тут очень страшно и стрёмно и опасно. Так, ну-ка. Ну так нечестно. Диман, теперь моя очередь выживать. Давай. Побежал. Нормально? Да, мне нравится. Смотри, идут. А что с тобой 5 человек, а за мной целый это? Ну, отстоят. Видимо, ты, Диман, более красивее, чем я, может. Смотри, за тобой вообще 3 человека идет, 4. Так, мужики, я свой просто наполовину. Потому что ты зеленый наполовину. Опа. Фиолетовый. У тебя штаны фиолетовые. Ух, блин, на ножихи. Ого, их подо мной было. Ой, я тут возродился, это прикольно. И застряли там. Ого, зачем так делать жестко? Все, Димас, я побежал. Я вижу. Диманчик, я с тобой. О, давай. Ах, да не, я не с тобой. А, уже нет. Да они какие-то жесткие, очень сильно. Нож вечен, и Димас не вечен. Я такого, кстати, не слышал еще. Это я придумал, автор. Может, еще какие-то такие прикольные фразочки знаешь? Если вы знаете, ребята, напишите в комментарии. Хоть почитаем, поржем. Может, самое прикольное в ролике сказать можно. Швабра летает, представляешь? Диманчик, иду помогать. Старых анимат... Ой, привет. Так, все, оружие убираем. Чекуля вон там, смотри, застряла. Опа, она. О, всё, ты бежит. Старых поставил, красавчик. Да. Чуточку можно поиграться. Дима, там трупейшины, осторожно. Ого, откуда они нарисовались? Оп.
вот так вот их нормально ходишь, короче, как резко падает. Резко надо просто только. Ого, это что, построение? А, Димон, прощай. Я просто засмотрелся на это построение, мне понравилось. Так, блин, надо постоянно быть в пути, в движении. О, привет, я тебя знаю. Так, что дальше будем делать? Давай выживать, что? А где они? Бегут, бегут. Смотри, тут, Димас, там что-то валяется. Кто-то умер, вон. Ой, блин. Пацаны уже баррикады строят, представляешь? На. На тебе, Симсониха. Видел, как это ножичком? Да, красиво. Ой-ой-ой. Красиво тоже это было. Осторожно. Так, построение здесь. Пацаны, вы что делаете у меня дома? Давай админским пекалем стрельнуть. Опа, они что, выдвинулись? Вы что, пацаны? Передумали? Смотри, сейчас кого еще поставлю. Давай. Башка. Башка. Башка, дай пирожка. Лысая башка, дай мне пирожка, да? Прощай, подписчик. Ой-ой-ой, Димас, они, кстати, быстрые, ребята. Ух ты. Так. Так, Дима, давай где-то зашкеримся. Одна бушечка за нами. Башка, ты за нами пойдешь? Так, я тут посижу. О, она не пролазит, она же рабаска. Да. Так, надо что-то им кинуть туда. Есть что-то кинуть? Тухлый носок пойдет. Тухлый носок у тебя. Ого, тихо, ты мне ноги. Ты мне носки новые порежешь. Ты что, дурак? Смотри, кулаками сейчас буду их бить. О, ножиком. Бьются кулаками, бей их. На, перкотик. Правый, апперкот. Правый, левый. За вами уже выдвинулись, кстати. А я никого не боюсь. Только чуть-чуть. Я уже вижу, кто-то дверь там ломает, не? К вам летит просто орда аниматроников. Так, будем смотреть. А кого ты поставил? Да фигища вообще. Разных? Прям вообще мощных. Блин! Так сижу, никого нету, думаю, выгляну я в дверь. И тут Фредди просто из-за угла. Сейчас, Димас... О, побежал. Я в тупик забежал. Он очень быстро, да, Голд Фредди? Очень. Да, он очень быстрый. Маневренные ребята. Блин, это тупик. Может, не найдут? А что это тут за баррикады ты понаставил? Надо бежать. Ого, там взрывы. Так, давайте здесь посмотрим, что. Ого. Здесь просто война. А что это за летающие калитки? Это я убрал. Так, тихо, Фредди, не психуй. Так, уберем дверку. Ничего себе, пацаны, разошлись. Так, тихо, антикотик, стой. Не беги. Так, надо что-то взять мне. Бери. Таблетки дать. Так, подожди, это не подходит оружие. Ого, мангл ползет. Во! Так. А, Димас, что это такое? А! Да как это вы убились? Фиолетовый человек не убился. Это Serious M2. Serious M2 хорошие пушки. Это бомба, которая в руках взрывается. О, кто-то тут майнкрафтовские эти сделал. Майнкрафтовские штучки. На столы могут залазить. Представляю, на 16 человек, вот это будет мясо. Ага. Можно только в санбоксе. В балде сделать. Да, можно, кстати, да. На этой карте вообще нормально все идет. Так, я думаю, вы там уже очень многих поубивали, поэтому пошла новая волна. Ого. Зачистка произведена успешно. Ого, гриб от ядерного взрыва. Ребята, смотрите. Вообще классно сделано. Мод вообще офигенный. Вы чё сюда пришли? Это моя хата. Моя хата. А, отвали! А, они не могут спрыгивать. Блин, они могут спрыгивать. Угоди, он меня подлагивает что-то. Ой, давай уберу. Видно, вот эти кошмарные челики очень лагающие. Прощайте. О, они не достают до меня. Отлично. Ого, Димон, ты псих, ты чё их так много поставил? Я-то думал, он не забежит. О, я на голове у аниматроников стою, как это так? Не знаю.
Ты что ты их наставил тут? И что, они это не убивают тебя? Нет. А пацаны, как? Пацаны, бегите! Да не у меня убивать, а беги, бежать надо. На! Ой, Фредди, привет. Чё-то ты медленный. Чё, я не убил их, что ли? Так, на! Там? Димас, ты как туда забрался? Не знаю. Во-во-во-во-во, красота пошла. Еще, еще, еще. Ого, а, базуки нет, летят. Ты что собрал армию такую огромную? Привет, мужики, как у вас движки? А! Ладно, дела хорошо. Что-то у меня жизни тратится. Ай, блин! Так, Мангелинка, привет. Это мы устроили вообще хаос. Козявка какая-то ползает. Пойдем. На. Выгуливаю Димаса аниматроника. Ой-ой-ой, сам себя мочу. И что, нормально выгуливается, пойдет? Да, он какой-то диван у тебя непослушный. В песочек его, иди поиграйся там. Не хочет. Малыш, ты что, офигел что ли? О, есть у меня один запас на оружие. Еще себе ты бессмертный. Прощайте, давай, на пацаны. На батуте сейчас подпрыгну. Бум. Не, Димас, я живу. Ну блин, так, ну взрыв один. Эпичный. Давно теперь мы его не юзали. Последняя волна. Еще волна. Давай, ну давай. Волна боссов, короче. Ай, не кусай меня, жопоглоз. Так, давайте посмотрим, за сколько времени они добегут ко мне. Они очень быстрые. Димас, я их поставил штук 50. Ого. Так, уже пришла одна и замочила меня. Да как? Я ж на столе стоял. Я их задержу. Точнее, они просто на меня напали, я их не держу даже. Бенди сзади. Эх, Бенди, Бенди. Вот мне вообще нравятся марионетки, потому что они нигде не застреют, потому что их моделька такая же, как и у нас. Как тебе мое оружие, Димончик, ты не видел его, так а что в действии? Нет. Это вообще просто, сила. Они меня зажали в классе. А-а-а. Да. Ну я сейчас выберусь и побегу, короче, на счет 3. На улицу, иди, я тебе покажу оружие раз, свое. Раз, два, три, поехали. Пацаны, бегите, спасайся, кто не может. Вот это мощное оружие. А, я хочу выжить. Бежу. Ой, подписчика немножко поджег, у него очень большой радиус. Короче, спасайте, а то меня сейчас убьет. Димас, со мной погоня. Ты выходи, короче, на улицу выводи. Ну, вывел. Там сейчас еще армия. Еще, будет. Еще, Димон, смотри, жгу их. Вот это эпичная битва. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и всем пока.